С непогоды и ее последствий начал сегодня еженедельное заседание и глава Ставрополя Андрей Джадоев. По его распоряжению, накануне в краевом центре ввели режим повышенной готовности администрации к чрезвычайным ситуациям. В районах города круглосуточно работают оперативные штабы, а коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия стихии. Андрей Джадоев также поблагодарил энергетиков, которые оперативно отреагировали и устранили аварию в районе Сингелеевского водохранилища. Спасибо, это мужественные люди, которые с риском жизни, я нисколько не преувеличиваю, занимались ликвидацией аварии. В городе водоснабжение полностью восстановлено, никаких опасений в настоящее время нет.